Здравствуйте! О главных происшествиях в области через объектив нашей камеры. Машину с 30 тоннами спирта задержали налоговики области. Предполагают, сырье предназначалось для одного из подпольных цехов по производству водки. По информации правоохранителей, спирт везли из России под видом стройматериалов. При осмотре автомобиля в кузове среди утеплителя сотрудники налоговой милиции обнаружили емкости со спиртным. Документов на него у водителя не было. Бочки со спиртом изъяты и отправлены на экспертизу. Сейчас устанавливают заказчика. Силовики не исключают, что в дальнейшем из этого спиртного могли делать фальсифицированную водку. 30 тонн спирта можно сделать. Примерно 90 тонн водки. В данное время ведутся следственные действия. Ну, водитель дает пояснение, что транспортировал данный спирт с целью сбыта. То есть доказывается его вина, будет возбуждено уголовное дело, понесет ответственность. А в Доброполье за взятку задержан начальник сектора гостехногенбезопасности. Он, по информации правоохранителей, около 2 лет брал с предпринимателей деньги за выдачу разрешительных документов. Сумма была фиксирована 3000 гривен, причем в некоторых случаях за один и тот же документ чиновник брал деньги по несколько раз. Задержали 26-летнего руководителя сразу после получения очередной взятки. При обыске в его кабинете нашли около 60 тысяч гривен. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. За взяточничество ему грозит до 10 лет лишения свободы, пока он находится под подпиской о невыезде. Было предписание на устранение недостатков. Причем в некоторых случаях там уже изначально были заложены, в принципе, невыполнимые требования для того, чтобы предприниматели и представители частных предприятий различной формы собственности обращались к нему. Когда мы после передачи очередной части взятки от потерпевшего вошли в кабинет, немножко удивило, у него по всему кабинету были разложены так называемые конверты, пакеты. Даже происхождение некоторых он, в принципе, не смог пояснить, потому что это было и в шкафу, и на шкафу, и в тумбочках, то есть в различных местах. До 8 лет лишения свободы грозит директору Макеевского агентства недвижимости за присвоение и растрату денег клиентов. Уголовное дело в отношении него уже возбуждено, сообщает городское управление милиции. Напомним, в эфире нашей программы месяц назад выходил сюжет об обманутых клиентах агентства недвижимости. Несколько макеевчан обвиняли его руководителя в мошенничестве. По их словам, им обещали продать квартиру в рассрочку. В качестве аванса люди передавали от 20 до 50 тысяч гривен. Но обещанного жилья так и не получили. Не могли вернуть и свои деньги. Как сообщили в Макеевском отделе по борьбе с экономическими преступлениями, пока известно о 4 пострадавших. Но не исключают, что их может быть и больше. Данный руководитель занимался преступной деятельностью в течение 1,5 года. Ни одной квартиры обещанной он, естественно, не предоставил. Данный руководитель предприятия на сегодняшний день находится под подпиской. Проводится ряд следственных действий, чтобы доказать вину данного руководителя. С банковских счетов жителей области пропадают деньги. С подобными заявлениями в управление по борьбе с киберпреступностью за последние 2 месяца обратились 10 человек. Суммы похищенного колеблются от нескольких до десятков тысяч гривен. В милиции говорят, что это новый вид мошенничества. Если раньше для снятия денег со счета преступники использовали специальное устройство для считывания данных с пластиковых карт и пин-кода, то теперь им достаточно мобильного телефона. Как действуют аферисты и что нужно знать, чтобы не стать очередной их жертвой, в материале камеры. О том, как преступники с помощью специальных устройств считывают данные банковских карт и крадут со счетов крупные суммы, Ирина раньше слышала. Говорит, поэтому часто пользовалась специальной услугой и снимала деньги в банкомате без использования самой карты. Когда же обнаружила пропажу со счета 16 тысяч гривен, была удивлена. Говорит, за несколько дней до этого ей звонили неизвестные. Сначала девушка, которая представилась оператором мобильной связи. Сказала, что в связи с регулярным пополнением счета начислены бонусы в размере 200 гривен. И для того, чтобы эти бонусы можно было получить, необходимо подтвердить то, что вы являетесь владельцем данного телефона, назвать несколько номеров, которыми регулярно пользуетесь. После этого позвонили службе безопасности банка, сообщили попытки снятия денег со счета и просили назвать номер банковской карты и паспортные данные. Эту информацию мы по телефону не давали. И в этот же день этот же человек сказал, что
советуем вам принять меры безопасности. По всей видимости, это была предварительная то ли проверка. По словам Ирины, ни оператору мобильной связи, ни представителю банка никаких данных не давала. Тревогу забила, когда через пару дней сим-карта оказалась заблокированной, а со счета пропали деньги. Милиции говорят, это не единственный подобный случай. Схема мошенничества проста. Для того, чтобы снять деньги с счета, аферистам достаточно знать номер карты, фамилию, имя ее владельца и присвоить себе номер мобильного будущей жертвы. Это все хозяйственные, будем так говорить, форумы, где сайты, где осуществляются сделки купли-продажи в интернете. Это один из источников информации. Второе, как правило, люди, не подозревая, не скрывают номер карты. Кроме того, это получение этой информации путем мошенничества. Например, вам звонят с банка: здравствуйте, здравствуйте, у нас был случай атаки на вашу карточку, как бы пытались снять денежные средства, мы хотим вас все сверить, как ваши данные такие-то и какая у вас номер карты такая-то. После этого мошенники блокируют сим-карту жертвы, получают ее дубликат и в течение нескольких часов снимают со счета все деньги. У людей получается этот номер уже на руках, и они осуществляют, зная 4 последних цифры банковской карточки, осуществляют платежи, либо перевод денежных средств на другие карточки. После чего, как правило, через третьих подставных лиц эти денежные средства обналичиваются в банкоматах и передаются уже злоумышленникам. Как сообщили в одной из компаний мобильной связи, остановить или заменить сим-карту можно. Для этого нужно назвать свою тарифную модель, дату активации стартового пакета. При получении новой сим-карты требуется предоставить паспорт. Это входящие и исходящие звонки, это остаток на счету. И это даты пополнений. Обычно это 10 входящих, 10 следующих звонков. Это 5 пополнений счета, это остаток, ну и, соответственно, даты. Чтобы получить такую информацию, мошенники звонят жертве под видом оператора мобильной связи. Обещают перечислить на счет бонус. Взамен просят назвать свои данные, номер банковской карты, даты пополнения счета и несколько номеров из телефонной книги. Делать это оппонентам Денис Анисимов не советуют. Заверяют, оператор не требует предоставить такую информацию, тем более по телефону. Если есть какие-то акции вот CRM департаментов, обычно это не звонок, это смс-ка. СМС-ка с там номера, даже смс-ка не с номера, а смс-ка именно от оператора. То есть, ну, по крайней мере, в теле смс видно, что это вот смс-ка от оператора. Как заверили в пресс-службе одного из банков, их сотрудники не звонят клиентам лично, а тем более не спрашивают персональные данные. Заверяют, подобные уловки используют мошенники, чтобы получить доступ к счету. Сотрудники нашего банка, независимо от того, чем они занимаются и в какой службе они работают, не имеют права звонить клиентам. И банк не общается с клиентами по телефону, тем более не проверяет личные данные. Для коммуникации с клиентом есть определенные интернет-службы, есть телефонный сервис, но сервис четко определенного номера банка, есть смс, который приходит четко определенного номера банка. Как рассказал по телефону Олег Серга, такая схема мошенничества в Украине появилась полгода назад. К примеру, в Луганской области уже задержана группа аферистов. Были случаи мошенничества с картами клиентов. В Луганской области все мошенники, которые принимали участие, это была достаточно большая группа, 12 человек. Все они опознаны, часть задержана, по другим ведется следствие, а один из организаторов и участников этой группы, как оказалось, занимался мошенничеством из колонии. Преступников, которые крадут деньги со счетов дончан, правоохранители еще ищут. Уверены, это одна группа. Состоит минимум из 3 человек. Звонят на случайные номера. Чтобы не стать их жертвой, правоохранители советуют держать в секрете свои данные и номер банковской карты. Это конфиденциальная информация. Любые вопросы о номере счета и фамилии владельца – первый признак мошенничества. Осмотрительно использовать свои пластиковые карты в интернете при оплате того или иного товара. Все-таки данные, которые остаются в интернете, они не стираются оттуда никогда. И, как правило, злоумышленники в том числе и ищут себе необходимую информацию на таких сайтах, где осуществляются различные хозяйственные операции. Иметь отдельную сим-карту, отдельный телефон для работы с банковскими системами. Чтобы мошенники не смогли получить дубликат сим-карты, советуют зарегистрировать ее у оператора на свое имя. В случае же, если она вдруг перестала работать, звонить в банк и просить заблокировать счет. А если со счета исчезли деньги, не медлить, сразу писать заявление в милицию и службу безопасности финансового учреждения.
До 15 лет лишения свободы может получить 46-летняя макеевчанка. Ее обвиняют в убийстве родственника. По информации правоохранителей, поводом для конфликта стал мобильный телефон. Разрешить его мужчина попытался с помощью кулаков и ножа. Но топор в руках женщины стал более весомым аргументом. Подозреваемой уже предъявлено обвинение в умышленном убийстве, но она настаивает, что просто защищалась. Подробности в следующем сюжете. Заявлением об исчезновении мужа в милицию обратилась макеевчанка. По словам женщины, последний раз супруга видела в июне. Тогда, после очередной ссоры, женщина забрала дочь и уехала к знакомым в Россию. Когда спустя несколько месяцев вернулась, мужа не застала. Не было и его вещей. Сестра, которая жила в этом же доме, рассказала, что тот уехал. Она мне сказала, что он ушел 17 числа ночью и больше его не было. В первую очередь правоохранители опросили родственников и знакомых. Где мужчина, никто из них не знал. 4 месяца он не появлялся и на работе. После этого приступили к осмотру дома. Уже в ходе осмотра сотрудники уголовного розыска заподозрили, что в этом дворе произошло какое-то преступление. И в ходе беседы уже с той женщиной, которая там одна проживала с этим мужчиной, они уже вышли на истинный путь. То есть она сказала, что она виновата в этом преступление, что она совершила его убийство. Как оказалось, убийство произошло в этом же дворе еще 4 месяца назад. Все это время сестра заявительницы тщательно скрывала преступление. Утверждает, убивать не собиралась. Испугалась, потому что я была ранее судимая. И как-то мне страшновато стало. Потому что я не могла ничем доказать, что я делала самооборону. Мне ж бы никто не поверил. По словам подозреваемой, все произошло через неделю после отъезда сестры. Мужчина в очередной раз пришел домой пьяный. Поводом для конфликта стал пропавший мобильный телефон. Я у него спросила, где телефон? Он начал меня там оскорблять, а потом оттолкнул меня. Ну, сюда попал мне в лоб кулаком. Я побежала в сторону огорода, думаю, там через огород к соседке. Он меня догнал. Ударил. Я упала. Смотрю, он схватил нож. Идет на меня с ножом. Недалеко от себя женщина увидела топор. Говорит, собиралась им выбить нож из рук мужчины, но промахнулась. Удар пришелся прямо в шею разъяренному родственнику. Я просто сама испугалась. Ну, я быстренько... Там у меня яма была вырыта, сливная, шифером накрытая. Я шифер подняла. Ну что, ну туда его за ноги потащили. Жена убитого говорит, муж злоупотреблял спиртным. Когда выпивал, становился агрессивным, мог даже избить. Поэтому не исключаю, что сестра действительно просто пыталась защититься. Эту информацию в милиции сейчас проверяют. По словам наркологов, при частом употреблении алкоголь приводит к расстройству нервной системы. Человек перестает себя контролировать. Появляется выраженное агрессивное состояние у пациентов. Агрессия проявляется как против родных и близких людей, так и против соседей или же совсем постороннего человека. Зачастую алкоголь вызывает поражение, уже патологическое поражение нервной системы, когда могут появляться галлюцинации, бред, и тогда такой больной становится социально опасным для окружающих. По словам Татьяны Завали, такие люди могут даже пойти на убийство. Если же им пытаются оказать сопротивление, иногда сами становятся жертвами своей агрессии. Чтобы избежать подобной ситуации, медики советуют отказаться от вредной привычки. Если не получается самостоятельно, то лучше обратиться за помощью к врачу-наркологу. Автомобиль в Калининском микрорайоне в Макеевке подожгли. Такое заключение о причине возгорания дали эксперты. Напомним, в начале сентября ночью загорелась «Шкода Октавия». За полчаса автомобиль выгорел дотла. Установлено, что очаг возгорания был возле переднего колеса. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Виновных еще ищут. По закону им грозит до 8 лет лишения свободы. Судя по интенсивности возгорания и от очага возгорания, было понятно, что злоумышленник пользовался какой-то горючей смесью. В настоящее время проведены следственные действия, опрошены все там очевидцы, свидетели, опрошен, естественно, сам заявитель, и отрабатываются различные версии, кто мог бы это сделать. Из числа его сотрудников по работе, какие-то, может, личные неприязненные отношения, либо из хулиганских мотивов. Это все отрабатывается, эти версии. Группа
Группа автоворов задержана в Мариуполе. По информации правоохранителей, в течение 1,5 лет подозреваемые грабили салоны машин. Забирали деньги, телефоны, ноутбуки и GPS-навигаторы. На их счету, по подсчетам сотрудников милиции, более 80 краж. Как действовали воры и почему правоохранители долго не могли выйти на их след, в следующем сюжете. Заявления о кражах из автомобилей в милицию Мариуполя начали поступать весной прошлого года. Жертвами становились владельцы иномарок, которые оставляли свои машины возле дома. Выбирали дорогостоящее авто, били задние стекла, способом надкалывали отверткой, потом вырезали его. Залазили в автомобили, так что родные сигнализации на этих автомобилях не срабатывали. И вытаскивали оттуда, то есть похищали автомагнитолы, навигаторы, регистраторы, деньги и все дорогостоящие предметы. Кражи совершались ночью. Кто и как проникает в автомобили, жильцы дома не видели. Отпечатков пальцев воры не оставляли. Чтобы задержать группу на горячем, правоохранители организовывали ночное патрулирование. Проверяли ломбарды и рынки, куда могли сбывать похищенное. Выйти на след подозреваемых удалось только через 1,5 года. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей. Познакомились в местах лишения свободы. И вот как раз год назад, где-то в начале весной 2011 года, у них созрел умысел зарабатывать таким образом деньги, совершая преступление. Кражи подозреваемые всегда совершали группой. Один скрывал машину и забирал из салона все ценные вещи. Остальные стояли неподалеку и следили, чтобы не было никого постороннего. Чтобы проникнуть в салон и забрать все ценное, им требовалось не больше 3 минут. За одну ночь могли вскрыть сразу несколько иномарок. Они тщательно готовились. Они выбирали такие дворы, где не было освещения. Это раз. Во-вторых, где не было видеокамер. Это два. В-третьих, они сбывали вещественные доказательства не в городе Мариуполе. Они сбывали их в соседних селах. Обычным жителям, которые не могут, не в состоянии себе купить это в магазине, тот же навигатор за 1000 гривен, они его продавали за 200. Они собирали полную сумку, там 10 навигаторов, 10 магнитофонов там, и все остальное, там болгарки, ну полностью инструменты, которые похищали, и продавали их по селам. По словам подозреваемых, на кражи пошли из-за сложного материального положения. Говорят, работу искали, но зарплата, которую предлагали, их не устраивала. 1200 в месяц, что? На это проживешь? Это и толкнуло? Да. Ну, поддельник предложил. Холодало, работы не было, пошел. Подозреваемые уже арестованы. За кражи из автомобилей им грозит до 8 лет лишения свободы. Часть украденного ими уже возвращена владельцам. Правоохранители же, чтобы не стать жертвой автоворов, советуют не оставлять ценные вещи в машине, даже уходя ненадолго. А в Донецке воры охотятся не только на навигаторы и мобильные телефоны, оставленные в салоне, но и на сами авто. В этом году с улиц шахтерской столицы похищено 77 машин. Причем все большим спросом преступников пользуются иномарки, отмечают госавтоинспекции. Уже угнано более 30 BMW, Lexus, Toyota и Honda. Найти и вернуть законным владельцам удалось лишь половину. Кто и для чего угоняет машины и как защитить свой автомобиль от преступников – в сюжете камеры. Валерий Болтов свою машину на ночь ставит только на охраняемой стоянке. Говорит, так спокойней. Это не только защита от угонщиков, но и от хулиганов. Тем более случаи, когда из салонов машин, оставленных во дворе, крали проигрыватели и били стекла, уже были. Ну, во-первых, у нас около дома уже столько машин, что там и газонов не осталось. А во-вторых, это же не охраняемое. Мало ли что с автомобилем может случиться. Я считаю, что лучше заплатить деньги и не волноваться за свой автомобиль. Однако не все придерживаются такого принципа. Это один из дворов в центре Донецка. Ночью здесь все заставлено машинами, говорит местный житель Михаил Павленко. И это несмотря на то, что рядом 2 автостоянки. В дворах машин полно. Полно всю ночь. Гудять, пищать. Вот это когда кто-нибудь так еще ударит, это сигнал включается на всю ночь. А что бояться? Все меня знают. Мою не угоню. У меня система. Его под дом не заведешь. Просто так его не заведешь.
В ГАИ говорят, чтобы угнать машину, опытному преступнику достаточно нескольких минут. И неважно, есть сигнализация или нет, стоит машина на платной стоянке или на улице. В этом году в Донецке с гаражей похищено 4 машины, еще 6 сохраняемых автостоянок. Но чаще за помощью в розыске своего авто обращаются те, кто оставил машину возле магазина или дома. Все незаконные завладения транспортных средств происходят из-за беспечности водителей. И во время примерно с 8 вечера до 8 утра, когда владелец транспортного средства оставляет автомобиль на дворовых территориях без присмотра на ночь. И в основном 60 автомобилей из 77 были угнаны в это ночное время. По словам Александра Никитина, отечественные автомобили чаще угоняют, чтобы покататься или разобрать на запчасти. Престижные иномарки для перепродажи. На них перебивают номера и продают как новые. Найти такое авто довольно сложно. Машины годами могут ездить по дорогам. Выявляют их при проверке документов и номеров двигателя и кузова. Похож на автомобиль, который находится в угоне, у вас специфическая окраска, да? Откройте капот, пожалуйста, сверим номера узлов и агрегатов. Пожалуйста. В избежание угона сотрудники ГАИ советуют не бросать автомобили во дворах, оставить их в гараж или на охраняемую стоянку. Не лишним будет установить и дополнительную сигнализацию. Это блокировка коробки передач, это блокировка двигателя. И, то есть, есть сигнализации с обратной связи, то есть сразу сигнализирует владельцу о том, одна дверь открыта, другая дверь открыта. И установить желательно еще систему слежения GPS, то есть непосредственно после угона можно потом обнаружить место расположения автомобиля. А чтобы не приходилось собирать потом пропавшие автомобили по запчастям, инспекторы советуют обращаться с заявлением в угоне как можно раньше. Успех розыска пропавшей машины зависит от своевременности обращения. Чем меньше времени прошло, тем больше вероятность, что машину найдут в целости и сохранности. Больше информации о событиях в области и стране читайте на нашем новом портале union.ua. Здесь вы сможете не только посмотреть программы, но и узнать самые свежие новости. Будьте в курсе последних событий с информационным порталом union.ua. А если вы хотите, чтобы о происшествии, очевидцем которого вы стали, узнали все, пишите нам на электронный адрес camera.union.tv@gmail.com или звоните по телефону 095-295-1989. Это были главные события минувших 7 дней. Я с вами прощаюсь, пусть в объектив вашей камеры попадают только приятные события. Увидимся ровно через неделю.